Один из вопросов – ограждение многоквартирного дома и ремонт подвального помещения. Галина Трегубова просит власть обратить внимание на проблему, с которой столкнулись жильцы дома по улице Красноармейской. Разобраться в вопросе заместитель губернатора поручил ответственным службам. В сложной ситуации оказались и руководители Центра развития детей «Гармония». Они пришли на прием за помощью. Необходимо помещение для занятий с детьми. Мы им дали право выбора все посмотреть, что подходит им из свободного арендного фонда. Для них важно, чтобы были подъездные пути, чтобы был небольшой земельный участок. Александр Коробко пообещал выделить из небюджетных средств материальную поддержку на ремонт. Приемы граждан вообще нам всем позволяют понимать, что в первую очередь волнует наших жителей. Вот сегодняшний прием, он показал, что очень много вопросов, которые касаются каких-то общих дел. Так, например, у нас сегодня вопросы были по благоустройству территории в Володарском районе. У нас вопрос был по благоустройству помещения, в которой занимается одна очень хорошая и замечательная организация. На основе всех обращений будет сделан анализ и будут расставлены приоритеты. Фракция «Единая Россия» в Брянской областной думе на основе этих приоритетов будет формировать бюджет. Также люди задавали вопросы об участии в федеральной программе для жителей сельских территорий. Просили помочь с получением разрешения на строительство дома. По каждому обращению заместитель губернатора дал поручение соответствующим службам и ведомствам. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск.